Привет, меня зовут Максим, и уже больше года я и мой друг Игорь строим реплику Lamborghini. Особо о проекте мы нигде не афишировали, немного выкладывали информацию на сайте Drive2.ru, после чего нам стало писать очень много людей с просьбой, чтобы мы больше показывали нашу работу. Сам проект мы задумали еще весной 2016 года. Мой знакомый в Беларуси как раз заканчивал создавать копию кузова Lamborghini Gallardo. Он и предложил нам купить у него этот кузов. ТД-модели друг на друга, Эклипса и Ламбы, мы примерно представляли, где стоит отпилить Эклипса так, чтобы налез кузов Ламбы. У этой модели Ламбы по заводу не ставятся ламбо-петли, но и мы как бы не стали заморачиваться. Также, сделав вот такие металлические заглушки, мы придали форму внутренней части двери. Всем привет, друзья! На канале УНБ вот такое необычное видео. Надеюсь, интрига вам уже понравилась. Каким же образом связано это видео с моим каналом? Все очень просто. А просто я решил вас порадовать в этот субботний день и разбавить вам немножко выходные таким вот интересным видео. Все мы ищем какие-то интересные каналы. Сейчас мало на Ютубе, что уже интересного, каждый снимает, кому не лень, да, и бабушка пенсионер, и все, кому не лень, короче. Но не то, что сказать, чтобы я нашел этот интересный канал, канал открыт совсем недавно, на сегодняшний момент, именно на это время на канале 23 человека, но я надеюсь, на нем будет очень много. Я больше года ждал этого момента, когда же мы все-таки объявим и покажем эту машину. А машиной этой занимается никто иной, как Максим Терещенко. Все вы его помните по видео, когда он ко мне приезжал. Мы показывали вам хром. Кстати, тоже хорошая тема, можете с ним связаться. Я думаю, вам будет интересно. У Макса много уже проектов. До этого у него был интересный проект. Это текстурное золото, машина. Давайте немножко посмотрим. Четко, да? И Максим занимается довольно-таки плотно и серьезно такой работой. И на своем канале, я думаю, он будет делиться и показывать пошагово. То есть сейчас он делает такие видео, все заснял как бы и показывает уже в режиме офлайн. То есть не по ходу работы, а комментарии идут после работы. Но, надеюсь, если он займется каналом, вести у него получается неплохо и здорово. Я думаю, что в скором будущем он будет на канале также показывать и сам процесс работы. Самое интересное, что Макс подходит к этому делу очень серьезно. Зайдите на это видео, я ссылочку оставлю в описании под видео, да. То есть они покупают и плоттеры, и 3D принтеры, то есть все, чтобы закончить этот проект, и этот проект не крайний. Давайте еще немножко посмотрим, и после окончания этого видео не забудьте поставить лайк. Переходим по ссылочке. Я надеюсь, вы оцените канал и подпишитесь на него. Ну, а Максу передаю привет. И надеюсь, Ламба это когда-то приедет в Брест. И мы посмотрим на нее поближе.